Всем привет! Мы продолжаем играть в Pokemon Go. К сожалению, вот интересная вещь. Я скачал YouTube музыку и в прошлой серии ее использовал. И мне прилетело нарушение авторских прав. Я офигею. Ну, значит, так оно и есть. Будем играть с оригиналом. А у нас тут есть 4 покестопа, которые мы не можем использовать. Перед началом просмотра. Но не забывайте подписываться, поставить лайк, если видео понравилось, порекомендовать друзьям, устроиться поудобнее с чем-нибудь вкусненьким. А у нас здесь табличка по Луновскому. Так, что еще интересно есть? Вот тот вот покестопик, до которого мы вряд ли добежим когда-нибудь. Храм Сергия Радонежского. Бледнов Анатолий Гаврилович, кавалер Ордена Славы трех степеней. Ну, эти, может быть, мы еще, да, мы туда пойдем. Ну, а сейчас, да, надо гимы подзавоевывать. У нас снег. А у нас, друзья, снег, а у вас... Эх, опять снег. Ну, музыка и музыка стандартная, к сожалению. Ну ладно, что, а что делать? Желудок электрический. Прям, а что у нас, кстати, с этими, с яичками? О! Суанна у меня появилась неплохая. В 91. Гибл 88. Белосом, но это, по-моему, Нойбот. И Иви еще в прошлый раз я вам показывал. Скорее всего. Ну, пойдемте завоевывать гимы, почему бы нет. Тут одни желтые и один красный. Ой, красный придется. Я думал, со всеми побьюсь. Ну, ладно. У нас прям сегодня будет день гимов. О, оно скоро новый день. Замечательно, сейчас еще доп. Награды соберем. И, кстати, мы в прошлой серии так заувлекся музыкой, что и забыл, что надо покемона же было прокачать. Ну, сегодня, надо сегодня об этом не забыть. Так, погнали, пойдемте. А здесь детская площадка, Овечкина 5, да, мы на ней уже были. Значит, идем вот сюда вот. Прям покестоп, гим. Нам, да, по заданию, кстати, надо поймать электрических покемонов. Летающих я отловил. Мне как раз тутенок как бонусный выпал. Так, а кто еще? А чё это он там выпал, интересно? Прям странно и интересно. Ну ладно. Это не самое важное у нас. А здесь нам надо электрического обязательно. Слоники вообще редкие, кстати, вам скажу. А у меня хорошего, по-моему, не... Или все-таки есть. Ну, собственно, не помню.
У них было за 1000 покемонов разных. О, поэтому... Если что, доберемся. Ну, давайте Пикачу. Нам задание надо выполнить. По электрическим покемонам. И там нам еще погодных надо отловить. Если я не ошибаюсь. А мы сейчас посмотрим. Так, здесь все есть. Угу. Погодных. Но я их... Ни хрена себе, Марип. Охренеть, 97. Ну, вот это мы сейчас будем сохранять. Еще у меня один Ампфарос на 97. Ну, еще мегаэволюция. Ну, а что мне мегаэволюция? Я вообще не знаю, зачем они придумали мегаэволюцию, если я эволюционирую покемона. А толку? Через какое-то время он возвращается обратно в свою мегаэволюцию. Ну, что? Что за покестоп здесь? Детская библиотека. Ну, давайте половим. У меня что-то портфельчик мой переполнился конкретным образом. Я надеюсь, сейчас мы почистим его за счет битвы гимов. Не знаю, может быть, сегодня серия подольше будет. Может, даже две получится записать. Ну, уже что-то интересное у нас было сегодня. И надеюсь, еще будет. А теперь можно и в гим. Что у нас здесь? Книги. Нет, нет. Дайте мне просто посмотреть на гим. Граффити, книги. Крутануть я и так не могу. У меня полный рюкзак. Ну, интересно. Так, у нас последний был Чармандер. Вот давайте Чармандеров и поставим дальше. Ну, мы этого Чармандера в принципе видели, как он. 14 побед у него. Как он дрался. И огнемет его видели. А сейчас его могут добить. Что, собственно, и происходит. Другой огненный заряд, другой Чармандер. У этого 8 уже побед. Когда я с ним дрался, я даже не помню. Но это у меня ивентовый Чармандер. И неплохо он-то дерется.
Ну, уже 10, значит, у него будет. Ну, с Блисси у него потяжелее должно быть. Да, потяжелее будет. Так, а это уже Чермиллион. Обычный огненный кулак. У этого 13. Ну и Чермиллион просто так они на лопатки не уложат. Чинси. Кстати, надо было бы нам тоже Блисси прокачать. Третий. Не может Чермиллион ее. Не добьет. Значит, сейчас Черизард пойдет. А у этого атака перегрев. Замечательно. У нас, получается, остались аж 4 Черизарда. Ну, я думаю, мои 4 Черизарда... 172 победы у него. Охрененно. И еще раз придется. У нас, получается, Экканс остался. Да уже здесь, в принципе, все равно. Один удар и... Бессмысленно, кого буду штормить через Арду выставлять. Ну, Гим мы освободили. Уже хорошо. Поставим Бульбика. Хорошо поймался. У меня очень прям много пыли. Обалдеть. Один за 1000, этот за 1000. Друзья, вы меня прям удивляете. Если бы еще по один был бы у нас Шайни и 100 IV, и другой также, это было крутенько. Он не так, тут и же бесплатка есть. Не, вот с этим не получится. Ну, зараза противная. Я тебе же и подкармливаю. Уже два раза тебя покармливаю, а ты все ловиться не хочешь. Все равно я тебя на свободу к профессору отправлю.
А теперь нам надо почистить рюкзачок, получается. И все равно чуть-чуть да не хватает. Ну бог с ним. Не хватает так не хватает. А нас еще вот он идет. Наша победа, граффити. Красиво. Вообще обалденно. Красота. Значит, с какой стороны мы все пойдем сейчас делать? А мы пойдем прям дальше по гимам. А вот он, кстати. Эта рыбка мне нужна. Эта рыбка для меня важна. Кстати, мне все равно надо крутить. Мне надо крутить, чтобы бонус ежедневный получить. Да вы серьезно? Да. Да уж, ладно. Пойдемте дальше по гимам. Слабый. Такие у нас не приживаются. С таким айю мы отправляем к профессору. Он еще и сопротивляется. Да, этого мы просто так не поймаем. Только на конфетку. А хотелось бы на малинку, а хотелось бы на ананас. Конфеты его, мне очень нужны. Просто очень сильно. А чего это я... Это я затупил. То и дело появляется. Мне не дают... Основную мою задачу сделать, которую я хочу.
Ну, наконец-то. Всех мы поймали. Теперь можем полноправно драться. Чаризарды и Сквиртлы пойдут. 174. Ну, этот сразу отлетит. Но я вам скажу так. Чаризардов будут долго выбивать. Поэтому можно сделать замену на следующего Чаризарда. Почему бы и нет? Чтобы как можно больше количество покемонов использовать, посмотреть. У этого огненный залп. Долго заряжается атака. У этого вообще 483 победы. Но это просто монстры пошли мне. Она еще разок нам попадется. Блин. Ну блин. Так, кто нам остался? Что нам осталось? Этих двух чаризардов я использовал. Пусть еще других чаризардов. Мне их аж 4. Аж 4. Я не посмотрел, сколько это чаризард побед одержал. А у этого ковы дракона. У него драконья атака. Так, отлично. Еще минус один. 53. Ну это шайни. Шайни. 53 всего. Ну, сейчас еще 2 добавят. Ну, а на последний удар можно кого угодно. В принципе, как и сказал, можно кого угодно. Ага. А я, кстати, и забыл поднять паруса. Детский игровой комплекс. В виде корабля. Ну, довольно-таки красиво. Хорошо, а что у нас еще? О, был-был, исчез. Давайте следующий гимн побьем. Ну, мы уже потом посмотрим обязательно. И вот тут сквиртлы пошли. И Бластоиза. Ой, тут будет замечательно. Этот Чаризард сегодня в 9 победу одержал. Я им даже где-то дрался. Обалдеть.
обжигающий взрыв в него. Прикольная атака. Вот с ним не придется повозиться все-таки. ХПшки у Блисси мерено-немерено. Ну, кстати, прикольная атака у него. Ну, а на Вальторба мы уже теперь отправим нового. Сквиртлов. 20 побед, даже 20 побед одержал. Ну, в принципе, на последний раз уже бессмысленно кого-то особенно выставлять, потому что сейчас будет стена удара. Райперин уже 41, ну, победу держал. Неплохо, красавчик. Начинает он обороты набирать. Понятное дело, суперэффективно. Ну-ка. Покемончики появились? Да никого, никто не появился. Оживления нету, а этих двух мы... Да, кстати сказать... Пошли динозавры в ход. Ну а теперь можно, да, в нашем новом гимне крутануть. Детский городок с совой. Где только сова, мне интересно. Я там безумного зайца, например, вижу. Но никак не сову. О, еще один. А сколько у них? Да, новый гимн. Зараза. Вот зараза подставил меня. Так, у меня что-то странное ощущение, организм не выдерживает, и меня начинает потихоньку вырубать. Ну, как бы время не детское. Вы так все видите по часам. Я даже чуть-чуть подпритих. Зараза убежал.
О, нам с этими повоевать надо. Ну, я сейчас тогда сторожусь и вернусь к вам. Ну, немножко повоевал. И можно снова идти в атаку. Отвоевывать гимы. Кто у нас тут? Сквиртлы пошли. И бластоизы. Ох. Думаю, будет мощно. Но этот сквиртл 21 победу держал. Ну, просто красавчик. И как раз против огненного сейчас будет. Экзекьютор. Ну, экзекьютор. Да, обалдеть. О, а у меня сквиртл не так-то прост. Его еще и выбить не могут. Замечательно. Ну, отлетел. А вот он, аквахвост у него атака. Еще раз, я не понял, что у него за атака идет. Но я им не драл, это нигде не участвовал, по-моему. О, 10 побед у него. Обалдеть. Ну, против Ченси он уже не выстоит. К сожалению. Зато у меня Вартортл. А у него водная струя. Классно, классная атака. По крайней мере, выглядит классно. Ну да, эта битва долгая будет. Он у него хпшки мало берет. И не факт, что он еще доживет. Ну а теперь пошли. Да. Бластоизы пошли. Быстрая пушка. Я, кстати, не посмотрел, сколько у него. 414. Бластоиз. Атака. Еще одна. Это Блисси. То Чинси был, это Блисси. Но это сейчас долгая битва будет. Все. Двое осталось. Ну, а чего? Мы этого уже использовали, Бластоиза. Давайте еще двух посмотрим. Ну, я не думаю, что что-то сильно поменяется. У этого гидронасос удар. Отлетела. Отлетела крошка. Еще один остался. Кто бы спорил? Кто бы спорил? Он крут. Серьезно, еще один. Интей 358. Я иногда, правда, забываю смотреть.
Детская площадка. А что у нас тут тогда? А здесь надо подкачаться. Уличные тренажеры в парке Дзержинского. Ну, кому подкачаться, а кому-то надо и полечиться сейчас нам. Всех сквиртлов повырубили. Ага, один Бластойз остался. Ну, пошлите к следующему. Ну, у нас сегодня прям мало мы ловим. Ну, наконец-то сработал мой бадди. Ой, ему конфет целого хреново куча, просто куча целая нужна. И мне еще нету, блин, одного. Ай. А где пивоп найти бы? Ну, я вам скажу, не так-то и много. А здесь у меня уже хороший должен быть. Как бы не золотая. Да, церковь. Церковь Иоанна Богослова. Серьезная такая заявочка. По луту. Ну, получается, мы сейчас еще одного Бластойза используем. И пойдем уже другими покемонами. Более слабенькими. Слабенькими. Ну, согласитесь, так же интересней. Когда разнообразие... с разными покемонами играешь. А время бежит неумолимо. Просто неумолимо. Я вроде только сел, а уже все. А хочется еще поиграть. Вот просто хочется еще порубиться. Фэнпи. Я тебя и так поймаю. Кто чей спин выскочил? Почему нету покемона соответствующей стихии, я не могу понять. Где ледяные покемоны? Почему они не спавнятся? Или все, погода уже никакого влияния на покемонов не... Не играет. Не знаю, не знаю. Почему так? Ладно, какой у нас следующий покестоп? Аллея в честь столетия дня учреждений пограничной охраны России. Высажено 27 мая 18 года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области ветеранами, пограничниками и кадетами СОЖ номер 30 города Курска. Памятный камень. Это у нас что? Памятник пограничникам России. С собакой. А что у нас здесь по этим? Ну, прям четенько. Все четко, пойдемте гимн выбивать. Ой, поливах, мы сейчас тебя поймаем, не беспокойся.
Ты, главное, не беспокойся. Ты будешь... А может, и не будешь. Задницу мне показал, кровоща, охренеть. Что за это? За покемона пошли. Не поймался. Так, кто у нас тут еще есть? Куда я спешу? Да что ж такое? Что они не ловятся? Ну, у нас прям по парку сегодня, ну, здесь просто очень много гимов. Просто очень много гимов. Так, теперь надо вот эту награду забрать. Ну, давай. Новая не появилась? Нет, пока не появилась. А жаль. Ну, получается, мы сейчас вот этим бластой заочищенным гим ДП и подвысичим, на самом-то деле. 7 рейдах он победил. Ну, красавчик в 7 битвах. Возврат у него. Он и так у него уже золотой гим. Охренеть. Так, хорошо, давайте Катерпи выставим. Борьба. Очень интересно. 10 побед он даже держал. У него даже атаки нету, получается. У него только борьба какая-то, все. Атаку борьба. А где мой Катерпи? Я не понимаю. Почему этот выскочил? Ладно. Все, слава богу, отвоевали его. Отвоевали. Ну, понятное дело, надо подлечиться, но Катерпиму трогать не будем. Так, что у нас это за гимн? Памятник Дзержинскому. Ну, собственно, все. Наша серия подходит к концу. Остался два покестопа посмотреть. И то мы их, наверное, уже видели. И да, и, наверное... На этом нашу серию закончим. Даже один покестоп. А в следующей серии мы походим. Ну да, долгая будет ходьба, наверное. Вот даже я даже вижу еще один гим, который надо завоевать. В нем я, по-моему, еще не был. Не забывайте, друзья, подписываться, поставить лайк, порекомендовать друзьям. И не болейте, и не грустите. До новых встреч и всем пока-пока.
Ну, а напоследочек мы, конечно, еще один покестоп посмотрим. Вход в парк с Дзержинского. О, а какой напоследок? И опять мы забыли, что надо прокачать покемонов. Вы представляете? Значит, еще у нас не конец. Пойдемте смотри. Вот он, Глайскор. Вот мы его сейчас и будем усиливать. Если хотите сказать, а он стопроцентный у нас. Все, мы его добили. До 36-го, я не знаю до какого. Но дальше у нас идет уже те конфеты, которых нет. Ну а теперь уже точно все. До новых встреч и всем пока-пока.